У жителей Молдовы копятся долги. К концу 2019 года невозвращенная сумма составила 295 миллионов леев. И это почти вдвое больше, чем в 2018. Таковы данные крупнейшей в стране коллекторской компании. При этом 75% долгов принадлежат гражданам, взявшим кредиты в микрофинансовых фирмах. Остальные недоплачивают преимущественно за коммунальные услуги и телекоммуникации. Географический разброс таков. Почти две трети должников проживают в центральных районах страны, 32% в северных, а оставшиеся 7% в южных. Большинство неплательщиков в базе данных коллекторской компании из возрастной группы от 25 до 45 лет. Женщин меньше, чем мужчин. Процесс возврата долгов многоэтапный. Мы всегда стараемся договориться с должниками. Предлагаем реструктуризацию, рефинансирование, посредничество. Иногда даже предлагаем крупные скидки. Но приятного в такой ситуации все равно мало, поэтому коллекторы рекомендуют заемщикам хорошенько подумать, в состоянии ли они вернуть взятые средства. Нужно внимательно читать контракт, потому что ни кредитор, ни должник не заинтересованы в том, чтобы дошло до штрафа или судебного решения. По данным этой же коллекторской компании, самый крупный долг физического лица в прошлом году составил 200 тысяч леев, а юридического – 2 миллиона.